Друзья, всем привет! Смотрите, я пришел с работы, короче, буду кушать вот такую картошечку. Это, ну, обжаренная картошка, она сначала варилась, а потом вот так обжарилась. Такая картошечка с майонезиком, вот майонез. Вот. И чеснок у меня. Вот, в общем. Друзья, всем приятного аппетита! Давайте покушаем вместе. Ну, вкусная картошка. В Подмосковье тоже вкусная картошка растет. Смотрите, друзья, какая она румяненькая, обжаристая, красивая, обжаренная. Так а что ты весь чеснок не съедаешь? А я всегда там еще съем. Ты сейчас съешь. Так я съела. Чуть-чуть с майонезиком, друзья, картошечка вообще прелесть.
Ну сколько ты, мама, за телефон отдала? 12. Я же все сказал. Ровно 12, да? 12, 300, что ли. А как модель называется? Samsung. Нет, ну Samsung, а какой? Не знаю. Надо очки убрать. Ну а так удобно его? Это? Ну, тяжелый и большой. Тут у меня маленький был. Угу. Экран такой большой. 4 камеры. А память сколько, говорили они тебе? 480 или 200 еще. Там надо посмотреть. У меня контакты не все там, буквы. Ну, а WhatsApp если перекинула и Viber? А я только перекинула, да Женя позвонила мне. Он сразу определился, появился и остался. Но тебе надо с WhatsApp мне написать что-то. И я его сразу сохранил. А так нет, не сохранился. Нет, сам WhatsApp у тебя есть на этом? WhatsApp есть, а нет есть? Контакта. Угу. Да, они там ДМС этот, они там новенькие. Они что, не умеют? Что, не знают? Ира говорит, я вечером тебе подскажу. Не надо мне подсказывать, не хочу ничего вечером. Потом полегче будет. А ты вчера себя еще нормально чувствовала? Ну, вчера чуть-чуть, это, ну, нормально. Нет, я вчера нормально вечером, ночью я не спала. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. От, смотрю, 2 часа, потом 3 часа, потом. Ну что, ты там леденцы ешь специально, да? Рассасываю вот это, Strepsils, да. Mm-hmm. Ну, горло, которое там убивает все это. Друзья, в общем, картошечка у нас на 5 баллов, очень вкусная. Это картошка в Подмосковье выращенная. Вот. В общем, вкусная картошка. Ну, а вам спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи. И всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока.